Центре управления обороной людно, как в школе. И большая перемена там была. Это такой конкурс, лауреаты которого и пришли на Фрунзенскую набережную. И без похода в библиотеку не обошлось. Только там не читали, а слушали министра обороны. И вопросы задавали. Общение школьников и юнармейцев с Сергеем Шойгу сегодня показали и на больших экранах просветительского марафона «Новое знание». Подробней обо всем Игорь Балдин. Вход сюда открыт только офицерам и иногда журналистам, но сегодня исключение из правил. В огромном холле Национального центра управления обороной лауреаты большой перемены. Конкурса творческих проектов, среди которых немало и патриотических. Мой проект был связан именно с сохранением памяти и истории. Называется интерактивный квест-музей «Журавлиный клин». То есть смысл этого музея заключался в том, что он являлся передвижным. И то, что даже в самые маленькие уголки моей области, нашей страны, этот музей смог приехать бы. На данный момент он существует как проект, но мы уже на стадии реализации. От самолета Великой Отечественной Ла-5 до современных систем вооружений и защиты. На выставке в этом зале можно изучать историю нашей армии. Люди в погонах ответят на любой вопрос. Приборы ночного видения, очки и кислородное оборудование. Вы все знаете, что выше 4000 метров нет кислорода. Главная встреча в библиотеке. Целый час на то, чтобы в формате вопрос-ответ пообщаться с министром обороны. Первым делом речь заходит об истории, а точнее тех политических играх в историю, которые с нами затевают. Искажая историю, искажая исторические факты, естественно, преследуется какая-то цель. Если говорить отношения нашей страны, то здесь, конечно, такое явно видимое стремление и желание принизить роли, заслуги нашей страны, народа нашей страны, армии нашей страны. Поднимают голову неофашистские организации, каковыми являются многие из, вы их видите на Украине, бендеровцы. Если ее фальсифицировать, то представьте себе, что у вас впечатление, отношение к нашей стране, к вашей стране, нашей общей истории, будет совсем другим. Нужно изучать историю, вовлекать больше школьников и студентов в различные патриотические проекты. Будь то раскопки на полях сражений, работа над созданием музеев, акции памяти. Все, чтобы эту самую память не потерять. Большой, очень важный проект «Память народа». Там, где собираются, публикуются большой массив архивных документов. И там, где рассказывается в документах и в документальных съемках тех времен и в рассекреченных документах. Это вот факты, которые надо смотреть, читать и само оценивать, как это было. Большинство из тех, кто сидит в этом зале, свою жизнь хотят связать с армией. Звучит немало вопросов из серии. Нужны ли там юристы, программисты, переводчики? Нужны все, объясняет Сергей Шойгу. Особенно люди с высшим образованием. В высокотехнологичных войсках по-другому быть и не может, говорит министр. И приглашает старшеклассников поступать в научные роты. Из научных рот, наверное, больше 60% ребят остаются служить. С учетом того, что у нас свой космодром, у нас, мы как, я не знаю, как ледокол, как подводная лодка, у нас все свое. У нас своя авиация, свои институты, свои доузовские, свои кадетские, суворовские, нахимовские. У нас пансион воспитанниц один здесь, в Москве, другой в Питере. После встречи с министром еще одна небольшая экскурсия по выставке, посвященной Великой Отечественной. К этой встрече Госархив подготовил уникальные документы. Их специально привезли сюда, в здание на Фрунзенской набережной. Все они касаются начала войны. Здесь есть и секретные шифрограммы, и данные разведчиков, и даже план Барбаросса. Здесь сообщения о подвигах наших солдат в первые дни Великой Отечественной. О тысячах людей, которые добровольно уходили в ополчение. Достаточно изучить эти бумаги, чтобы развеять миф о том, что в начале войны мы якобы терпели одни лишь поражения. У этих детей к истории большой интерес, а с теми, кто хорошо с ней знаком, проще строить планы на будущее. Игорь Балдин, Леонид Богданов, Игорь Коровкин, Андрей Сушенков, телеканал «Звезда».